Победительницей московской романсиады стала павлодарка. Сопрано Амины Рахимжановой покорила жюри. В его составе были профессора ведущих российских консерваторий. О чем мечтает юное дарование, узнал наш корреспондент. Это последний учебный год в родном колледже для Амины Рахимжановой. Дальше – консерватория. После выступления на московской романсиаде начали поступать предложения. Преподаватель талантливой девочки отмечает, такого сопрано в Павлодаре больше нет, а в Казахстане – единицы. Ее пригласили, единственную, ее пригласили из сопрано с Казахстана в Москву. Вот там, значит, она также выступала на таком же блистательном уровне. Профессора с консерватории Московской и Санкт-Петербургской сделали ей огромное предложение. Какое предложение? Конечно же, поступление к ним в консерваторию. Девочка из Казахстана просто покорила сердца своим талантом. Амина Рахимжанова не перестает совершенствовать свое вокальное мастерство. К московской романсиаде готовилась год. В жесткой конкуренции стала первой среди вокалистов из Монголии и Китая, где воспитали сильнейшие сопрано. Занимаюсь с 5 лет. Я пела для себя дома, в школе пела, в Доме культуры у нас в маленьком поселке. После 9 класса я поступаю в музыкальный колледж, в класс Кориковой Олеси Николаевны. С этого момента, вот уже на протяжении 4 лет, я учусь петь профессионально, иду к своей мечте. Мечта Амины Рахимжановой – стать солисткой оперного театра мирового уровня. Азамат Айкалин, Антон Тыщенко, телекомпания.